Здравствуйте, с вами канал NameDB. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Никто не может быть лучшим во всех сферах жизни. Однако есть вещи, в которых мы лучше, чем другие. Многие факторы влияют на то, в чем человек будет лучше. И ваш знак зодиака является важным фактором. Овен. Вы авантюрны, поэтому любите и умеете спланировать и провести самые незабываемые и захватывающие приключения. Друзья идут к вам, если хотят повеселиться, и видят то, что у вас все происходит идеально, потому что вы ничего не упускаете, и кроме того, вы всегда готовы к приключениям, в любой день и в любое время. Телец. Кажется, что у вас всегда есть свои дела, и вы всегда готовы их выполнять. Вам нравится стабильность и распорядок дня, и вы всегда готовы к любой ситуации. Ваши друзья идут к вам, когда им нужно навести порядок в своей жизни. Вы также хорошо разбираетесь в деньгах, и ваши друзья, вероятно, спросят у вас совета, как сэкономить или даже как заработать больше денег. Близнецы. Вы просто природный магнит. Ваше обаяние, социальный интеллект и остроумие делают вас незабываемым человеком. Люди встречаются с вами один раз, и они хотят быть вашими друзьями на всю жизнь, потому что вы просто замечательный и знаете, как прекрасно провести время без особых усилий. Рак. Ваша доброта единственная в своем роде. У вас огромное сердце, и вы не боитесь его использовать. Вы всегда предлагаете помощь, как друзьям, так и незнакомцам. И всегда выслушиваете, если кто-то хочет высказаться. Вы являетесь психотерапевтом для своих друзей и семьи. И чудесным образом исцеляете их. Лев. Вы очень креативны, и у вас есть много прибыльных идей, которые помогут вам проявить себя в любой сфере, которой вы занимаетесь. Вы также очень уверены в себе и всегда подталкиваете окружающих к совершению отважных поступков. Дева. Вы никогда не сдаетесь, несмотря ни на что. Вашему упорству можно позавидовать, и окружающие никогда не знают, как вы это делаете, но вы рождены для сложных задач и созданы, чтобы счастливо дожить до конца. Как бы тяжело ни было, вы сражаетесь упорно, но никогда не ломаетесь под давлением. Весы. Вы знаете буквально всех. Вы всегда заводите связи и всегда бесплатно попадаете на лучшие мероприятия в городе, потому что людям просто нравится ваше присутствие, и они знают, что вы можете поддержать любой разговор. Вы знаете, как заставить людей доверять вам, и всегда стараетесь, чтобы все чувствовали себя любимыми и понятыми. Скорпион. Вы знаете, как получить то, что хотите. Будь то престижная работа или человек, в которого вы влюбились. Ваше грациозное поведение и сильная харизма заставляют любого человека прислушиваться к вам или, возможно, влюбиться в вас. Вы очень решительны и, кажется, знаете, что нужно для достижения желаемого. Стрелец. У вас есть природная способность развлекать людей и заставлять их смеяться. У вас никогда не заканчиваются истории из ваших путешествий или ежедневных поездок на работу. Люди любят вашу компанию и всегда с нетерпением ждут ваших юмористических и увлекательных историй. Вы также умеете общаться с людьми, поэтому у вас много друзей, и все они очень разные. Козерог. Вы самый терпеливый человек на Земле и знаете, как оставаться позитивным в ожидании. Ваш реалистичный подход и ваш успокаивающий дух делают вас очень успешными в долгосрочной перспективе. Потому что когда другие сдаются, вы ждете своей очереди, чтобы подняться выше. Вы живете под девизом «Когда есть желание, есть способ». Водолей. Ваш разум безграничен, он полон мечтаний и идей, которые могут изменить мир. Вы великолепно помогаете другим,
вы всегда думаете о более широкой картине и не терпите несправедливости. Вы тот, кто всегда защищает всех, потому что вам не нравится видеть людей, страдающих от боли. Рыбы. Вы умеете объединять людей и замечательно проводить время. Вы всегда заводите новых друзей и общаетесь с разными людьми. Вас всегда окружают люди из всех слоев общества, и вы знаете, как общаться с каждым из них. Вы никогда не беспокоитесь о том, что попали к малознакомым людям. А какие ваши сильные стороны? Напишите в комментариях. А какими талантами обладают разные знаки зодиака, вы можете узнать из одноименного ролика. Ссылка на ролик в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, ведь впереди еще много интересного. А с вами был канал на AMDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!